lost my eyes, would you stay with me? Would you take me by the hand, tell me what you see? Fill my head with colors for my dreams. If I had lost my eyes, if I had lost my eyes. Ностальгия. Помню, ровно год назад мы в это же время приехали сюда с Кириллом первый раз, в это место. И удивились, как много здесь было ягод. Прям накинулись сразу же. Я помню, мы катили воды, по-моему, пить, и увидели какое-то целое поле ягод. Накинулись прям минут 20, наверное, без остановки, ели их. Сейчас решил снова сюда приехать. И здесь очень много голубики и черники. Кайф. Прикольно, конечно, так посидеть, подумать. О будущем, о прошлом. Я не знаю, хочу ли я на самом деле ехать туда, куда собираюсь. У меня нет такой четкой уверенности, что я прям горю, я прям хочу. Но в то же время я подозреваю, что это всего лишь боязнь выхода из зоны комфорта, когда придется знакомиться с новыми людьми, вливаться в новый коллектив, что-то новое узнавать. Так всегда. Я представляю, конечно, как-нибудь страшно, когда я проснусь утром, или когда я там решу поехать, в день, когда мне нужно будет отправляться. И мне будет так неприятно, так... не буду хотеть никуда ехать, да зачем мне это надо будет? Но в то же время надо будет просто найти силу, встать с кровати, собрать рюкзак и почапать. Что-то новое, это всегда страшно.
Но есть одно правило: когда страшно, закрываешь глаза и делаешь. Так все просто. Ты знаешь, что тебе дали? А-а, я его не нашел. Вот. Значит, я давно уже горы не снимал. Прикольно. Нет, я еще жив, пока что. Да, спасибо за головку. Не, мне штатив не нужен, мне нужна такая головка, которая у меня в груди сломалась. Что у меня поворачивается? Ладно, разберусь. Спасибо. Да, она не отсоединяется, чувак. Блин, соскучился по этому виду. Я не знаю, насколько там осталось, думаю, до конца. Ну, целый месяц, как бы, это все идет. Ну, там вообще смело заканчивается 25 августа. Mm-hmm. Потом они еще продлевают, но я уже не буду этого делать. Вернусь, снимем традицию. И начнем работать. Еще нам больше ничего не остается. Верно. Так будет. Прям. Ни на что не обращать внимания, ни на какое настроение, ни на какие разговоры. То состояние, которое ты описывал, ну, что типа происходило, у меня было то же самое все. Только я как-то, ну, не то что скрывал, просто не говорил об этом. Ну, так я так же не говорил. В полной мере. У меня были тоже моменты такие, когда прям сидишь, бля, с комком в горле. И думаешь, почему ты на свете такой? Один. Просто время неохота пускать вообще. Я смотрю сейчас на те перспективы, которые мы могли... Что мы могли сделать за это время, начиная, когда мы там забили февраля. С того времени. Да, представь, если бы ебашили с февраля, бля, что бы это было. Да, возможно, иногда на кафесте в качестве гостей бы прибыли. Конечно. Так, блин, да, сотку то стопудово добили бы. У нас там такие темпы были, ну, по приросту подписчиков. Да, не очень большие, но все равно получим сейчас. Да и уверен, что выстрелили бы, нашли бы то, что нравится. Главное сейчас просто не думать об этом, думать о тех полутора лет, полутора годах, что нам остались. И ебашить. Какой я хуйня не кол. Игорь, я обратно слова собираю. Макс, ты... С тебя повара не получишь. Да ладно, я шел. Вот как раз ты поможешь мне это все забирать. И куда это девать? Не знаю, это так. Ну, у тебя же эта компания там собирается около дома, который строится. О, да. Сходи и им раздай. Свободное арт-пространство. Можно там устроить какой-нибудь... Не знаю, мероприятие кулинарное. Да не, просто первым днём полностью паришься. Я не парюсь, мне прикольно наоборот. Это ужас, Макс, типа ровный. Надо что-нибудь добавить еще, может соли? Это знаешь что? Это плов, который ты просто слепил даже. Да, это плов, это плов в котлета. Да, это чисто вкус плова. Это знаешь, есть стандартный Джорджис плов, а есть... Котлетный Джордж. Ну, тебе не пора их переворачивать? Вкус, оно нормально было, да? О, это ж ел. Блин, ладно, да Ирин просила. Ладно, не умею. Ладно. Ой, пора заканчивать. Это видео с таким видом. Yeah. Такой был денек.